Было нелегко, ребята, потому что некие стереотипы существуют. Гимнастки не танцуют, мать двоих детей куда лезет и так далее. Но мне кажется, что благодаря вот этим ребятам у меня же получилось, да? Да? Поэтому, ребята, верьте в мечту. Стирайте все стереотипы. Мы можем все. И я это поняла. Воронеж, спасибо вам большое.